А реформу пенсионной системы обсудили общественники Ноябрьска. Такую задачу перед региональными отделениями поставило головное управление. Напомню, по обсуждаемой в правительстве формуле пенсия будет состоять из трех частей – фиксированной выплаты, страховой и накопительной. Правда, страховая пенсия будет учитываться не в абсолютных цифрах, а в коэффициентах. А с 2014 года обязательные отчисления в накопительную часть пенсии снизятся с 6 до 2%. Представители общественных организаций собрались в городском пенсионном фонде, где специалисты о предстоящих изменениях рассказали буквально на пальцах.